В Лангепасе состоялось торжественное открытие первичного отделения Российского сообщества детей и молодежи «Движение первых» на базе гимназии номер 6. Присутствовали школьники 6, 7 и 8 классов, а также приглашенные гости, депутаты Думы города. Парламентарии отметили, что этот проект дает всем его участникам возможности для самореализации и развития талантов. Я завидую вам в том плане, что вы стоите у истоков этого движения. Поэтому вы можете сделать его, что говорится, своими руками и повлиять на его развитие. И каждый из вас в этом движении может найти что-то свое. Это и творчество, это и наука, спорт, культура и еще много-много всяких направлений. И я от всей души желаю вам, каждому из вас, быть первым в том деле, которое вы выберете. Мы опять собираемся вместе, мы организовываемся, и появляются вот из многих разрозненных организаций, которые были, вот, пытались существовать сегодня в одну единую большую организацию «Движение первых». Что мне хочется вам пожелать на этом пути? Конечно, успехов, конечно, везения и удачи, чтобы в вашей жизни всегда все получалось, и вы всегда были только первыми. Цель новой молодежной организации – продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей. Ну, в качестве гостя я сегодня, да, смотрю, как открывается российское движение детей и молодежи, вот конкретно в гимназии номер 6 Лангепаса. Наши советники, мы как бы сопровождаем это движение, да, мы являемся наставниками детей, потому что вообще во всем этом движении смысл в том, чтобы дети делали сами, чтобы они предлагали. За ними будущее, то есть им начинать это, ну и продолжать наши традиции, соответственно. Да. После торжественного открытия школьники дали клятву. Российское движение детей и молодежи. Перед лицом своих товарищей торжественно клянусь. У нас было мероприятие по открытию ячейки у нас в гимназии Российского движения детей и молодежи. Все обучающиеся произнесли клятву, что мы будем дружной командой выполнять все свои обязанности, помогать друг другу и прославлять нашу страну. Это специальное мероприятие, посвященное развитию нашей молодежи, которая направлена, чтобы им больше возможностей дать, чтобы развиваться в разных сферах. Клятву мы давали как члены, которые вступают в это объединение. Я очень рад, что поучаствовал в нем. Движение первых в Лангепасе открыто. Впереди ребят ждут много интересных встреч, событий и свершений. Валерия Ружицкая, Тимур Зюгангиров, «Наши города».